Всем привет! Я снова на своем любимом месте. Кстати, выбрал я его не случайно, поскольку оно является, пожалуй, самым тихим на корабле. Ни пассажиры, ни члены экипажа сюда не выходят, либо появляются очень редко, поэтому, в принципе, есть возможность поговорить спокойно. Верить в наше время нельзя никому. Сейчас начинает холодать и поднимается сильный ветер. Я предлагаю переместить каюту, там теплее, а главное тише. А поговорить я сегодня хочу также о питании, но о питании не в обычной столовой, а в карантине. Печень с тушеными бобами и чудным кьянти. Кто не знает, все члены экипажа, которые прибывают на борт круизного лайнера, по крайней мере в этой компании, по крайней мере на этом судне, обязаны пройти 14-дневный карантин. В итоге это получается 15-16, потому что еще результат теста и так далее, но все члены экипажа проходят карантин, и питание, естественно, для них отдельное, и доставляют специальные люди, которые обучены, которые обеспечены специальными средствами защиты. Ну нахер. И начать я хочу с небольшой предыстории и немножечко вернуться на 1,5 года назад. Все хорошо помнят этот кошмар, который начался в начале 2020 года. Лично меня и моих коллег он застал на борту судна «Грандиоза». Мы тогда буквально несколько месяцев как отпраздновали его открытие. Это было все красиво, пафосно. Огромное количество пассажиров на борту, и вдруг в один момент все рухнуло и превратилось в какой-то неописуемый кошмар, в который я до сих пор не могу поверить. Ты же хочешь корабль? На, держи. Несмотря на то, насколько все это устрашающе и ужасно, в принципе, выглядело, потому что ребята доставляли еду в полной экипировке, в коверолах, в этих комбинезонах, в фейсшилдах, в масках. То есть, ну, собственно, все было похоже на какой-то очень страшный фильм ужасов, какой-то постапокалипсис и так далее. Но, несмотря на все это, кормили нас реально круто. Хочу халву, ям, хочу пряник. Да, изначально до каких-то корректировок и претензий к кеттеринговой компании питание было, надо сказать, ну не очень и по качеству, и по ассортименту. Но потом, я так понимаю, что кто-то из компаний обсудил этот момент с руководством кеттерингового сервиса, и все пошло просто по накатанной. Было безумно все вкусно, и даже я иногда скучаю за этим меню, поскольку ну, оно было действительно разнообразным. И можете сами в этом убедиться. Да, кстати, был организован еще и рум-сервис, то есть, в принципе, можно было по телефону заказать себе в каюту напитки, в том числе и алкоголь. Алло, Ларису Ивановну хочу. Все это приносили, да, это было все по расписанию, все это было не очень удобно, но это было и, в принципе, как-то скрашивало одиночество, нахождение в каюте в закрытом помещении. Честно сказать, меню, которое сейчас предлагается для тех, кто находится в превентивном карантине, на мой взгляд, ну, устроит не каждого, и оно достаточно скучно. Но надо не забывать, что это карантин, это не курорт, и нужно всего лишь потерпеть. Ложки не существует. Кстати, если у вас есть аллергия, либо какие-то ограничения по питанию, исходя из религиозных соображений, то об этом обязательно нужно сообщить на ресепшн, и ваше меню будет соответствующим образом скорректировано. Не нужно ожидать от этого меню какого-то большого разнообразия. В завтрак обязательно будут входить яйца в каком-то виде, вареный либо скрэмбл, либо омлет. Готовьте завтрак и наедайтесь, а ужин нас ждет в аду! Это будет обязательно какая-то выпечка, возможно какая-то картошка, либо хэшбраун, какая-то сосисочка, либо какой-то бекон и холодная нарезка с сыром. Обязательно вам подадут горячий кофе. Сливки? Нет-нет, я люблю, когда кофе черный, как мой мужчина. Но надо сказать, что завтрак подают в 7 утра, вас не будут будить, постучат в дверь и оставят это все на специальном столике, который будет перед дверью. И если вы вовремя не проснетесь, то ваш кофе и ваш завтрак будет абсолютно холодным, как это было в моем случае. Там наверху тебя крестят лоха. Кто работал на судах, тот прекрасно знает, что единственный продукт, без которого не обходится ни одно меню, это рис. Не исключение и меню для карантина. Ёбушки-воробушки. Обед и ужин по своей структуре похожи, поэтому отдельно их как-то рассматривать я не буду. Единственное, я скажу, что воду и какие-то напитки, да, там кола, фанта или спрайт, что там есть на складе, подают в какой-то из этих прием пищи. То есть на этом судне их подают в обед, на других, возможно, в ужин, либо в обед и ужин. В общем, ужин моряка на карантине. Рис, отожженная цветная капуста, рыбка, вермишель, салат из вермишели. Это какой-то у нас тут кексик, булочка и масло. Сука, сколько же килограмм наберу, когда после этих 10 дней в карантине с таким питанием? Единственное, что к чему нужно будет привыкнуть и что придется понять, это то, что экипаж круизного лайнера является многонациональным, и меню разрабатывают таким образом, чтобы максимально удовлетворить всем гастрономическим предпочтениям и чтобы каждый представитель любой национальности смог найти для себя что-то вкусненькое. Поэтому рис, поэтому паста и некоторые продукты включены в принципе во все приемы пищи. Важный момент, который нужно помнить всем, кто приезжает на судно, всем, кто впервые в карантине, это понимать, что это не отель, это не отдых, это работа, это карантин, и не будет никакого рум-сервиса, не будет никаких напитков. Вам принесут еду, вам принесут напитки, и в принципе на этом все. Абсолютно, абсолютно. Время уже позднее, и я, наверное, буду заканчивать, поскольку мне тоже нужно отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Надеюсь, что видео было полезным и насыщенным информацией, которая пригодится вам в дальнейшем. Сейчас модно все оплевывать. Если возникли какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Если не подписались, подписывайтесь, потому что впереди вас ждут новые интересные видео о том, как живется персоналу круизного лайнера на борту. Хотите что-нибудь декларировать? Да, в Англию ни ногой. А у меня все. Не болейте. Пока. Ведь завтра будет новый день.